Всем привет, ребята, это Зомби Вегас, у нас Might & Magic продолжение. Я между выпусками успел несколько вещей сделать, как минимум я прокачал себе лучника, знатока луков, поэтому, ну это не лучник, на самом деле, это мастер клинка, но неважно, это теперь у нас есть эпический лук на этом герое, который, возможно, покажет какие-то новые бонусы, просто я очень надеюсь, что там будут какие-то бонусы к пассивным скиллам, в стиле там силы и так далее, что очень пригодится нашему герою, поэтому это очень важная штука, интересная. Все говорят, давайте качаем хпшечки нашему магу. Да, и кроме этого, по-моему, что еще было? Хотя, в принципе, единственное, что я еще купил, вот этот мечик интересный. И также я сделал себе идеальную партию, про которую я мечтал. Это вьючное животное в виде ослика, который носит все наши вещи. И пес, который находит все потайные двери. Потому что я, честно говоря, вы помните, я очень много разжаловался на то, что очень неудобно все вручную искать при помощи свитков, который у нас лимитирован по времени. Поэтому сделал таким образом. Продолжаем изучать Вантийские горы. Собственно, уже, я думаю, идем дальше по сюжету, потому что у нас, в принципе, по карте почти все открыто, интересно. И теперь нам остается только изучать, что мы еще не изведали в этих местах, которые были закрыты для нас из-за того, что мы не получили именно благословение. Таинственная крипта. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Какие-то снова загадки, судя по всему, я думаю, сразу же нам нужен свет, потому что я уже вижу не очень светлое освещение. Так, хорошо. Ага, я понял. Это я зря стал. То есть получается смысл в следующем, что мы, судя по всему, должны за раз пройти все ячейки по кругу. Давайте пройдем, пытаемся. Там главное вот в моменте, когда будут перемычки, разобраться, как правильно идти. Как оно правильно устроено. В принципе, мы можем здесь пройти без ущерба какого-либо. Но я думаю, что лучше сначала внешний круг закрыть. Так. Да, в принципе, можем пойти здесь. Главное, вот, только непонятно, вот центральная часть, как здесь все устроено. Скорее всего, нам нужно сразу же ее закрыть. Потому что дальше она у нас лишит возможности это сделать. Получается, мы можем вот так вот пойти. Так. Теперь закрываем эту часть. Угу. Так, ну, вроде все получается. На самом деле, здесь мы просто идем вот сюда. Сюда. И сейчас мы закроем этот круг полностью. То есть, такая загадочка вообще простенькая. Главное не зафейлить на ровном месте, что, в принципе, порой бывает возможно, но здесь, мне кажется, все получилось идеально. Итак, что же мы получаем в итоге? Ух ты, какая-то шапка магическая. Неплохо, неплохо. Так, что у нас еще здесь есть? Давайте искать. Опа, грифончик. Грифончик — это хорошо, но я думаю, что мы с ним справимся очень просто. Он всего один. Всего лишь один грифончик. Так. На самом деле, может, физикой просто его забить. Так, надо добавить себе хильчик. И пока, я думаю, можно еще побегать в таком состоянии, потому что они еще лишь немножечко не дебафнуты. Так. А вот, как я говорю. А, оно отдых не помогает. Я ошибся. И уже там нас ждет прекрасное создание за углом, поэтому я думаю, что лучше отдохнуть. А, их много здесь. Ну ладно. Циклопы. Ну ладно, почему нет? Давайте его дебафать и немножко бафать своих персонажей тоже потихонечку. У нас появился хороший спел, кстати говоря. Ну, как появился хороший спел? У нас есть хороший спел на 5 одиночных героев в виде яда сильного, поэтому я думаю, мы его и накинем. Вот кислотная струя. Я думаю, что можно даже поставить его вместо... А его нельзя поставить вместо чего. Давайте кислотную струю просто использовать и продолжать его забивать. На самом деле у нас шанс
застанет любого героя, постоянно бывает, поэтому мы легко справляемся. Пойдем дальше потом. Пока что давайте изведаем эту часть, этот край, куда мы можем забраться. Так, это... Ну, можно сюда прийти просто. На самом деле. Так. Тут, на самом деле, нам должна помочь водная магия. Огонь вряд ли поможет, поэтому бафаемся просто. Так. Ничего себе, что я пристарался немножко. Ну ладно, у нас есть вот такая вот суперспособность в такой ситуации. Все, отлично, справились. И смотрим дальше. Так, еще два элементаля, сразу же бафнемся, я думаю. Чтобы были все силы. Я думаю, здесь можно использовать снадобье, на самом деле. Оно нам пригодится. У меня 6 маны всего. Жалко, но с другой стороны. Это важная штука. Давайте их бить фьюгой. Здесь в рукопашку, здесь в рукопашку, и здесь тоже в рукопашку. Самое важное — подкидывать какой-то бафчик, потому что без хила, конечно, они быстро выжигают очень, крайне быстро. Так, с хилом, видите, очень даже на ура все умирают. Судгерц. Подземелье Судгерц. Давайте посмотрим, что здесь спрятано. Может быть, что-нибудь интересное есть. В общем, хотелось, конечно. О, это задача на повелителя рун. Так, что можно делать? Зажги священный огонь. Попытаемся. Но что я люблю эти подземелья, что здесь есть сокровища скрытые. И у нас есть сейчас пес, который нам покажет эти сокровища. Это прекрасно. Я вижу все по ловушках просто. Какой-то глаз опасный. Ну ладно. Думаю, что можно пульнуть огнем. Хильчик добавить. Ладно, убиваем этого. Ресаем. Поджигаем, добиваем, стреляем. Так. Пусть подходит. Нам незачем к нему стремиться быстро. В рукопашку мы его убьем значительно быстрее. Вестовщик. Окей. Мана с мана на исходе уже. Я думаю, что можно немножко восстановить. Пока не отдыхать, потому что, я думаю, отдых еще пригодится. Есть какие-то загадочные локации, на самом деле, в плане того, что... Так, нет. Не хочу в рукопашку убраться. А, я понял, вот оно как все устроено. Ну, еще вход есть, так что... В принципе. Так, этого убили. Можем находим повсюду превосходное зелье. Так, там я вижу уже опасность, поэтому лучше отдохнуть. Чтобы с полными силами, с полными хабарщиками нападать. Есть шаг вправо, что отлично на самом деле в такие ситуации. Позволяя сразу же изолировать дальнобойных юнитов. Бафаться хорошенько и так далее. Так, давайте в югу добавим и рукопашку будем избивать их. Уже на самом деле даже успеваем их убить до того, как они зайдут в эту ячейку. Так. Давай, заходи. Потому что если мы это делали в рукопашку, точнее, с дальнего боя, то все бы закончилось совершенно иначе. Красная жидкость, скорее всего, сила или защита от огня. Я думаю, сюда лучше. Да, это огонь. Вообще темно в этом подземелье. Я надеюсь, что вам тоже будет норм видно. То есть, ну, оно как, в принципе, это видно, но... Видимость, конечно, не идеальная. Далеко не идеальная. Какая... Символическая, скажем так. Так, тут ничего. Интересный звук.
Звук, кстати, отсюда шел. Тут же рычагов нету никаких, правильно? Нет, тут ничего нету. О, кстати, я могу понять один из квестов, но получается. Нужно было вернуть лук. И после этого герой сказал, ну, НПС сказал, что нужно подождать некоторое время. И вот уже время прошло, так что уже можно будет вернуться, получить свою экспу. Кристаллы какие-то интересные. Еще один рычаг. А, новая армия собралась меня убивать. Ой, это огненный элементарь в большом количестве. Это, конечно, опасно. У нас, к сожалению, нашего мага, я так понимаю, у этого нет никаких баф, да, кастов, кроме магии огня, пока что. А стоило бы, конечно, прокачать ему что-нибудь еще, потому что, как видите, у него все несколько тяжело получается. Из того, что он не универсальный. Так, давайте его убивать. Да, вот как раз для этих персонажей с огнем было бы удобно с копьем быть. Но качаться чисто ради них не очень хочется, если честно. Давайте здесь начнем шквариться. Так говоря, огонь более-менее косает их. Не скажу, что сильно, но более-менее. А, они при... Я понял, при смерти сильно взрываются. Даже не заметил поначалу. Так, лук качнул. Давайте глянем, что он дает. Повышает шанс крита. В принципе, неплохо. Бафчик еще есть, так что просто можно позащищаться. И здесь тоже. Они такими маленькими партиями нападают. Так, здесь надо пить ману уже, я думаю. Настало время. Причем дорогую. У нас плюс, конечно, что первого героя, если он убивает кого-то, у него высокий урон наносится. В плане того, что он может еще раз ударить. Это очень круто. Так, бафчик обновляем. Ну, здесь на самом деле можно, конечно, коснуть пальчик, но я думаю... Таким же успехом можно и просто ударить. Главное не пристраться, потому что если я сразу же их много убью, то я рискую просто убиться в их партию. А, все получается. Все прошли. Так, здесь пока непонятно, что делать. Поэтому проходим дальше по сюжету. Так, я смотрю, там еще одна засада. Можно ее подконтрить таким хилом. Кстати говоря, очень сильный хил уже получается. Учитывая, что у нас всего-то жизни не так много, то очень сильно. Так, блокируем. Well, thank you for that. Угу. Ой. Я думал, меня там уже не ждут, оказалось. Очень даже ждут. С радостью. С распростертыми объятиями. Так, все, все умер. У меня уже благо магии куча. Намагающие двух героев. Поэтому справляться с такими опасностями очень даже можно на ура. Мы нашли какой-то, судя по всему, тайник. Осталось понять, в какой он стене. Потому что, видите, только что сказали персонажа. Не здесь. Вот. Я не помню, честно говоря, за что отвечает этот тайник. Мне кажется, это... По-моему, это магия, да? Да, это магия. Сокровища. То, что мы любим. Пум. Самый обычный лук. Странный набор, если честно. Реально странный. Так, ну можем проходить дальше. Да, судя по всему, ворота уже открыты. Идем. Идем, идем. Наверное, эта руна будет потом использована для того, чтобы открыть какой-то важный проход или зажечь огонь в таком духе. Сейчас мы узнаем.
enemies ahead. Так, ну здесь я, как обычно, поступлю. Нам эти лишние сражения на дальнем бою не нужны. У нас пока нет таких уж сильных кастеров. Ладно, подойдем. Так и быть. Это даже сильный персонаж какой-то. Элитный листовщик. На самом деле, учитывая, что под многих из них уже не нужно искать стратегию особую, потому что мы уже справляемся нормально, то уже не хочется, честно говоря, этого делать, потому что все умирают и так. Зачем изощряться и пытаться комбинировать идеально скильчики сейчас, если мы уже можем проходить игру достаточно бодро без этого. Поэтому так вот и проходят бои. Так, у нас что касается паладина, давайте посмотрим, что мы там качали ему. Мы выкачали уже владение щитом, тяжелые доспехи, то есть он уже очень бронящий. Выкачиваем выносливость, чтобы сильнее еще был здоровый, такой был мощный боец. В принципе, можно еще прокачать ему резист к магии. Неплохая вещь. Потому что у него по защите уже и так неплохо достаточно. Тан-тан-тан. Ага, вот, то есть можно еще и регенерацию маны сделать при помощи этих тайных искусств. Давайте, наверное, прокачаем, почему нет. Резисты вещь полезная. А здесь так давайте брать силу, потому что, в принципе, свою саппортовскую функцию выполняет так отлично. Ему главное дать рез в какой-то момент и дать вот этот хил, который не зависит совершенно ни от каких-либо показателей. То есть, на самом деле... О! Серьезно, заявочка. Но стоять здесь не вариант. Надо как-то немножко отойти. Хотя бы вот сюда. Как-то. Так, убиваем. Идем. Нас окружили, но это достаточно слабые соперники. Которые на ура убьются моими физиками. Так, там, конечно, неприятно, но... Отлично. Так, даем кичи. Кстати, хорошая комбинация получается, потому что наш паладин почти всегда выживает. И, соответственно, всегда сможет дать вот этот спелл. А этот спелл очень важный получается. Даем массовые удары. Бесценные в этой ситуации. Даже элитные вестовщики есть на самом деле. Я не заметил поначалу. Можем на самом деле дать массовый хил. Хотя у него... А, у него мана есть, нормально. Давайте хильнем всех немножко реально. Так, здесь мы уже походили. Так. Ого, неожиданный поворот событий. Вообще не думал, что его смогут убить. Я отмечу, что уже наш паладин тоже неплохо убивает противника. Что просто отлично. Ресаем. Давайте даем хильчик массовый. Хороший спал для такой ситуации. Все, справились. Маны нету, я думаю, что выпьем баночку просто, чтобы отдых не использовать. Пригодится еще, может, мало ли. Так, тайничков не нашли, к сожалению. Осталось разобраться, какая-то система с зажиганием этого огня вечного, потому что это, в принципе, то, зачем мы сюда пришли. Это самое важное. Я думаю, где-то здесь есть тайник, потому что по-другому объяснить эти вот непонятные коридоры я не могу. Вот проход, который открывается явно каким-то рычагом. Который очень хотелось бы найти, потому что в каком-то темном подземелье просто нереально. Обычно в таких тайничках в гримрёхе постоянно что-то было хорошее. Пурпурная, давайте этому герою. Удача. Ну, не самая полезная вещь, но загружаться, честно говоря, ради такого я не хочу.
должен быть какой-то элемент рандома в игре. Так, дальше, судя по всему, уже противники. Да, здесь противники, я смотрю. Противники везде просто. Так, раз такой состав, то бьем. Следующей комбинацией. А, это вестовщик, я понял. Да, вестовщики крепкие, конечно, ребята. Так. Плохая идея. Так, нам нужно сейчас оперативно восстановить ману. Здесь восстановить тоже ману и депаться. Делаем следующую комбинацию. Так, так, и пробиваем. Можно разок их даже поджечь. Снова умер. Тяжко, но он, в принципе, в этом бою не сильно нужен, если честно, поэтому такая большая потеря. Давайте подожжем. Поэтому хорошо проходит. Все отлично. Ресаемся. А, еще есть, я понял. Хорошо. На, их там много даже. Ладно. Сколько же можно их убивать уже? Целое полчища. Минус армор, хил. Все, наконец справились. Какая-то бесконечная заруба была. Просто бесконечная. Так, начинается вторая часть видео. Первую я записывал в другой день. А здесь мы продолжаем наше путешествие с целью добыть священный огонь, зажечь его и, в общем, пройти дальше. Очень бы хотелось, на самом деле. Очень бы хотелось. Надеюсь, получится. Все время ждешь какого-то подвоха в этой игре, потому что враги повсюду. Постоянно кто-нибудь нападает на тебя, пытается убить, победить. Очень темный данж, причем ничего с этим не поделаешь, по сути. Ой-ой-ой, опасные ребята, опасные. Еще здесь есть, давайте подойдем. Сначала элитных вестовщиков убьем. Может, по-другому мы не справимся, по-хорошему. Так, здесь просто бьем. И здесь, я думаю, хильчик. Да, конечно, видите, тяжело, тяжело-то получается немножко. Бьют очень сильно. Ой, это я зря, кстати, только что сделал. Но повезло, кстати говоря, очень повезло, что они не добили его. Так, находящийся перед отрядом. У нас есть скильчик на всех, насколько я помню, да? Это получается всем окружающим. Так, здесь давайте еще ударим. Добьем. Надеюсь, да, добил, отлично. Здесь, к сожалению, пока не хватает. А здесь... давайте огонек кинем. Так, хорошо, у нас есть, в принципе, возможность бафнуться. Здесь выбить банку. Здесь вернуть хильчик еще раз. А здесь добить. К сожалению, не убиваем. Но он сгорает уже сам по себе. Что, в принципе, неплохо. Так что можем сосредоточиться на других скиллах. Так, здесь, к сожалению, особо там помочь не можем ничем. Поэтому давайте просто за скильчики, которые есть. Так, здесь, я думаю, нам нужен полностью хил на всех. Так, этого убили. В принципе, можно хильнуться и... Да, всеми прождать ход. Здесь выбить баночку. Здесь... тоже выпить баночку и пропускаем еще раз ход. В принципе, это уже последние противники, которые здесь появятся. Давайте их массово физикой убивать. Что я думаю. Да, главное не перестараться, потому что, видите, очень сильно косуют при смерти. Так, за что мы боролись? Мантия. Мантия — это хорошо. Мантия, я люблю. Давайте, я думаю, хильнем сразу же. Отдохнем, потому что все-таки пригодится. Так, я думаю, что можем двигаться по этому направлению. Здесь, я думаю, в конечном итоге мы придем все равно в одну ячейку.
кстати говоря, без засады даже. Что-то новенькое. Даже подозрительно, на самом деле. Ладно, все-таки подойдем. Что там остается, в конце концов? А, это босс уже пошел. И не заметил. Что босс, конечно, не самый опасный, если честно. Ну как, конечно, сильно бьет. Ничего не скажешь, но... Для нашей этой элитной партии... Ну давай. Ей! Убийца магов повысился. Это, по-моему, вот это он. Да. Увеличивает крит и дает бонусы. Я, кстати говоря, не знаю, вот крит увеличивается чисто на физику или нет. Давайте смотрите. Атака правой рукой 149, 54. Шанс крит 28. Плюс 70. А теперь если вот так вот. 28 плюс 70. То, в принципе, это не влияет на самом деле. То есть, ну, типа, приятно, конечно. Но... Не так хорошо, как хотелось бы. Давайте, кстати, используем наш скильчик. У нас же, по-моему, есть дебаф какой-то хороший. Ясновидение. Нет, не то. Светлячок. Тоже не то. Проклятие снять тоже низкого. То есть, получается, на нем дебаф, который мы можем снять только при помощи одного из свитков. На нем что? На нем слабоумие, по сути. Да, сняли дебафчик. В принципе, осталось... Судя по всему, зажечь огонь осталось, да? То есть мы уже все сделали. Здесь давайте проверим, ничего ли мы не пропустили, потому что я думаю, что после этого, скорее всего, произойдет что-то непоправимое. Ладно, вроде все сделали. Давайте, поехали. Ей! Интересно, мы уже получили повелитель рун? Да, получили уже сразу же. Круто. Давайте глянем, что он дает. Стоит рун на клетке с врагами. Ух ты. Очень сильно. Защита от огня уже была. Но, судя по всему, все остальное уже было. Но пылающая руна, конечно, потрясающий скилл. На одной клетке каждый ход руна наносит кучу дамажа. И вокруг нее, тем более. Всем врагам. То есть, вот это вообще, это всего лишь за 50 маны. Это супер имбовый скилл. Ну, конечно, 50 мана это не дешево, я должен сказать, но все же приятно, реально приятно. Данж оправдал себя 100%. Получили профу. Что однозначно радует очень сильно. Что возвращаемся обратно в горы. Компас. Ей! Вещички. Что здесь у нас? А здесь у нас благословение. Удача увеличивается массово. Неплохо. Неплохо, неплохо. Что ж, давайте пойдем в это вот загадочное подземелье. Или что это вообще такое? Гробница тысячи страхов. Кстати говоря, кажется, что это что-то такое важное. Столько важное, что мы даже не можем пройти. Ладно. Мы еще увидим. Идем в подземелье, которое я когда-то сходил, но не попал. Так, ребята, мы снова вернулись в крепость Воронов, которая, как вы помните, вот здесь девушка, которая помогала какому-то принцу, которая рассказала, что якобы у него была очень злая жена, которая его не любила и вечно обижала. На самом деле, мы пришли сюда разгадать загадку. В прошлый раз не смог пройти, потому что было очень сложно. Ну, очень сложно было, реально, тут очень сильные противники. А на этот раз я пришел уже с более сильной партией. Я в прошлый раз оценил, что приблизительно 25 уровень мне нужно, чтобы пройти. Я, кстати говоря, как раз вот очень вовремя сюда пришел. Мне кажется, я очень неплохо оценил, потому что на данный момент, мне кажется, мы очень легко пройдем ее. Это подземелье. И я очень надеюсь на это. И мы получим какую-то плюшечку за это, я надеюсь. Очень бы хотелось. Как вы помните, нам нужно... Здесь нужно вот где-то здесь пройти. Да, вот, собственно, призрак. Это призрак именно женщины, которая была его женой, насколько я помню. В бледном свете луны появляется призрак женщины. В глазах ее бесконечная печаль и сожаление. Давно уже чужестранцы не появлялись в этих местах, что привело вас в Волос. Мы с Хаммерфола идем туда, куда зовут нас приключения. А ты кто? Я Кассия, жрица Асхи. Точнее, была жрицей. Значит, ты убила всех людей и прокляла город?
Это она вам сказала? А чему верят ваши сердца? Я думал, что она невиновна. Спасибо. Вот что случилось на самом деле. Я была обручена с Родосом, князем этого города. Мы должны были пожениться на первый день смеющегося ветра. Тогда-то и появилась Миланта. Она соблазнила Родоса не только очарованием и остроумием, хотя их у нее было в достатке, сколько обманом, заставив ее выпить приворотное зелье. Родос забыл обо мне, даже имени не вспомнил. Вместо меня его невестой стала Миланта. Мое разбитое сердце не выдержало, но Асха не приняла меня. Я стала призраком, блуждающим в этих стенах, а Миланта стала княгиней. Сам Родос стал всего лишь тенью самого себя, посвятив тело и душу исполнению прихоти Миланты. Под управлением Миланты королевство оскуднело, люди стали уезжать на восток, а возрождающуюся тогда империю Сокола. Тогда я поняла, почему до сих пор обречена странствовать в этом мире. Мне удалось манить Родоса в тайную комнату Миланты, где он нашел приворотное зелье, по которому она его опоила. Потрясение было столь сильным, что он освободился от чар. В ярости он отрекся от нее, но было уже слишком поздно. Он недооценил ее силу и коварство. Миланта объявила, что в Волосе больше не будет правителей, кроме нее. Она убила всех, отравив источник. Своей темной магией она обрекла все души жертв на вечное блуждание в этих стенах. Все, кроме одной. Вот мой рассказ. Вы можете им верить или нет, это ваш выбор. Но все равно спасибо, что выслушали. Вы первое, кто это сделал. Это вы клон. Это был символ нашего союза. Родос разомил его, когда мы отменили свадьбу. Она улыбается, по ее полупрозрачным щекам катятся слезы. Он все еще там, все еще пытается снять заклятие. У меня сохранилась вторая половинка клона. Возьмите. Может быть, вы сумеете положить там конец. Так, вы больше не одни. Даже Кассия начинает беспокоиться. Она знает, что вы говорили со мной. Ворота ее глаза и уши. Она будет своих слуг, несчастных признаков, чтобы поймать вас. Она не даст вам уйти отсюда живыми. Все. Начнется битва. Ну, вот, насколько я помню, стоит нам сделать шаг, начнется беда, поэтому давайте сразу же используем свиток на защиту от паралича. Потому что я, насколько помню, то именно паралич они будут накидывать. Да, я не ошибся на самом деле, видите, там копички есть даже. Неприятные оппоненты, конечно. Да, на самом деле очень сильное нападение со стороны противников. Так, давайте сразу же пытаемся сжечь упырей. Так. Враги везде и всюду, но я думаю, начнем с этих для начала. Здесь далековато. Можем брать, что поджечь. Бьем, значит, в эту сторону. Ой, уже опасно. Опасность началась. Давайте всех поджигать. Вот этим героям сейчас будем всех. Хотя они еще не подошли на самом деле. Сейчас пока будем просто бить. Ой-ой-ой, на самом деле больно. Реально больно. Я думаю, может, мы сейчас рейсим. Этим хильнем. Этим попытаемся побольше убить. Как этим, впрочем. Так. Все еще далеко, они пользуются рейнджом. Так, я думаю, что сейчас самое время для этого массового хила, потому что нам как раз сейчас очень нужен. Так, этого добили, этого не добили. Тогда попробуем добить рукопашку. Давайте добьем. И, в принципе, можем двигаться. Да, можем. Спрятались с той стороны. Добиваем призрака, бьем этого. Так, хильчик, удар. Так, на самом деле, я думаю, что можно пить баночку. Здесь тоже, наверное, пить баночку. Здесь хиляемся и убиваем этого парня. Так. Враги нас окружили, так что давайте используем массовую атаку по всем. Так, сюда разик пальнем. Добьем, я думаю, сразу же. Да, в принципе, справились. В принципе, это самое важное было, потому что, кажется, дальше будет много проще. Ей, победка. Отлично, мы с призраком поговорили, забрали у него все, что необходимо. Теперь мы, кстати говоря, можем двигаться по комнатам. В. Это загадка, судя по всему. Так, запишем В. Потом посмотрим. В. Очередная загадка, где, судя по всему, нужно собрать слово. Давайте пробежимся. Просто помню, я находил какие-то буквы в прошлый раз. Что это были за буквы?
детстве в этом имени не было ли там случайно Янсаня? В, может, волос. Вообще, кстати, может быть. З. Уже нет. Тут ничего вроде бы нету. А что здесь? Я вижу, есть куда проход вроде бы есть по карте. А. Интересно, что это отображается проход, но вообще нет никаких символов, признаков чего-либо. Давайте посмотрим, что еще вот есть. Может быть, какой-то еще, какие-то еще буквы должны быть точно. Так, вот еще. Н. Должны быть еще гласные. Несколько минимум. Так, тут прохода нету. Наверное, откроется позже. Скорее всего. Так. Е. Вазен. Ну, на самом деле, много вариаций есть. Сейчас, если не найду больше подсказок, то буду угадывать уже из того, что есть. И. И это еще одна буква, и будет вазелин. Это очень подозрительное слово для этой игры. Кто его знает? Что разработчики задумывали. Ребят, я собрал кучу букв. И мне кажется, что получается единственное слово забвение. Из того, что мы собрали. Как раз все буквы совпадают. Давайте пробуем. Да, отлично. Не было системы, по которой не располагается. То есть это на самом деле просто была система с упором на то, что мы... Это выглядело страшно. С упором на то, что мы должны были пробовать разные слова из тех букв, которые мы собрали. Что, в принципе, все было не так интуитивно просто, но... Учитывая, что не пропустил никакую из букв, то... Все получилось так. Я не знаю, зачем здесь обычные вещи, учитывая, что их нельзя вроде бы крафтить. Вроде бы. Могу, конечно, ошибаться. There are enemies ahead. Я уже вижу противников, которые пытаются нас нам подкрасться. Давайте им покажем, что мы способны. На самом деле это все такое. Это очень легко. Они даже нас не пробивают. И прокачались, на самом деле, очень даже неплохо. Так, что здесь? Ничего. Просто ничего. А, вот я понял. Ай. Зря я так подошел. Ну ладно, в принципе, хватает, да, жизни. Да, хватает. Хильчик и просто избивать их. Я смотрю, что достаточно сильные соперники. Такие живущие, по крайней мере. Так быстро не умирают, хотелось бы. Тут ничего. Ага, вот. Белая жидкость давать я этому герою. Какая-то система необычная, на самом деле. Видите, здесь получается. Открываются то одни двери, то другие. Надо разобраться. На самом деле все рычаги никогда не были подняты. Да, дверь еще не открывалась. Вот, получается, нужно было открыть все двери, чтобы получить доступ к этому рычагу, который открывает нам доступ дальше. Получается, что мы... По очереди классовые рычаги, чтобы понять, за какой отвечает, и в определенном порядке все получилось. Ну, в принципе, неплохо. Но это было понятно, потому что оно как-то неестественно располагалось ты, в локации, и прям импрессивалось то, что ее нужно открывать. Так, ну здесь мы, я думаю, по дефолту сыграем. Такую ситуацию стандартную разыграем. Сразу начинаем сжигать. Если надо было кинуть сюда руну, я стормозил. Так. А ну давай сюда. Я думаю, что
хильнуться. Так. На самом деле, конечно, уже мои герои, мне кажется, могут пройти игру полностью. Потому что вообще никаких проблем нет на пути, не встречается больше. Любые враги умирают вообще достаточно быстро и без проблем каких-либо. Большинство можем вообще в рукопашку бить, посмотрите. Еще умирают за секунду. Так. Так, я думаю, отдохнем. Даже думаю, что имеет смысл качнуться. Качнем силу побольше. И качнем себе уклонение. Можно, в принципе, бафнуть до максимума. Если говорят, да, смотрите. После уклонения можно нанести рукопашный один ответный удар. Кстати, очень неплохая штука, учитывая, что она домогает как черт. Поэтому... Так, тут есть какой-то замок с ключом. Судя по всему, надо собрать. Ага. Есть второй уровень, оказывается. Давайте красным. Отдадим этому герою. Что у нас здесь? А, здесь получается выход начала. То есть мы открыли доступ в самое начало карты. Да, это быстрый выход, грубо говоря, с локации. Но нам нужен ключ, который, судя по всему, будет ниже, глубже. Поэтому идем за ним. Что у нас по месту? По месту еще хватает, на самом деле, целого места. Давайте соединимся быстро и отправимся дальше. Так, смотрю, уже красивая локация. Такая приятная, гармоничная. Нашли какую-то нычку нашли. А вот. Это получается, по-моему, если не ошибаюсь, интеллект. Нет. Нет, значит восприятие. Да, восприятие все-таки. Ну, на самом деле, если сильно постараться, можно пойти по всем локациям, где я был ранее, и пооткрывать сундучки на восприятие. Потому что у нас уже появился герой, который может открывать. Что, в принципе, неплохо, но на самом деле не будем этим заниматься, потому что, в принципе, у нас все есть. Золота хватает на любые потребности. Опа. Ух ты. Это магическое место. Вау. Интересно сделали. Давайте, наверное, бафнемся, пока кинем в них по спальчику. Если говорим, мы справимся далеко, мне кажется. Спокойно просто. Очень спокойно. Еще один кастик и все. Да, так и есть. Кастика хватило. Давайте прокачаем нашего сразу же персонажа еще одного. Думаю, домогу и ударим. Что касается вот этой части, в принципе, можно качнуть ей дальше доспехи. Или щиты тоже неплохо. Думаю, что щиты качнем, потому что, видите, после блока она будет наносить ответный удар. Неплохо. Точно даже неплохо будет. Что, как видите, у нас ручное оружие одеть не получилось, поэтому... Увы, ях. Кажется, магический брест скрывает проход. Кто может, хочет пробовать развеять чары? Да, только что магически это все произошло. Я даже не понял, как это получилось. Ой, это я что не токи кинул. Не тот спальчик. Так. Я нормально кинул. Очень даже неплохой спальчик я кинул, поэтому... Все, в принципе, отлично. Это очень необычное место, на самом деле, по этому перемещению по нему. Давайте здесь стопнемся здесь и выстрелим. Должно же хватить дэмэдж, не? Увы, не хватает. А, как тяжко-то.
победили, наконец-то. Наконец-то победили. Так, и сундучок открыли, в принципе. Давайте дадим бафчик. Пойдем дальше. Так. Я на самом деле запутался немножко по сюжетному зданию. Вроде как уже можно и проходить, а с другой стороны нет. Я не могу разобраться, чего нам не хватает для счастья. Так, ну, с этими ребятами лучше не драться на дальней дистанции. Лучшая опция просто встать вот здесь. Они сами придут. Благо такая система игры, как здесь, она позволяет делать такие манипуляции. В принципе, это, наверное, и есть самый лучший способ играть, потому что по-другому-то избежать кучу урона не получается просто. У нас уже бафа на много ходов, в принципе. Ну, давайте, ребята. Все, все умерли. На самом деле, конечно, простой бой. Сюда пришли достаточно поздно. Ой-ой. Бывает и опасно, на самом деле, видите. Давайте рейснем, хильнем, будем избивать. Так, у нас, в принципе, массовое нападение, когда пошло с целым противником. Я думаю, может, дадим вот так. Дадим поток огня. А, он уже походил. Дадим этот спальчик. Еще один массовый удар. Да, в принципе, уже можно побеждать. Благо, эти копечки не кидаются сейчас, потому что в дальнем бою они намного опаснее. Ой-ой. Что я так опасно вышел немножко? Я думал, уже все кончились. Еще призрак оказался. Да, это я, конечно, удачно зашел, потому что, как видите, меня прямо ждали. Вижу, какая-то ловушечка стоит. Получается, я, честно говоря, не до конца понял, как система работает, но суть в том, что вот эти вот крайние, которые, они разблокируют систему. То есть, грубо говоря, если у нас три мы зажгли и четвертая у нас вот эта вот угловая, то у нас спадают эти все огни, которые мы зажгли. То есть, получается, что нужно было после каждой третьей условно становиться сюда, перезапускать механизм, и то есть, получается, вот на это становиться не четвертым шагом, а первым или вторым. Как-то так. То есть, когда я это делал, мне так показалось, в принципе, понятно, и у меня это получилось, но объяснить это здраво как-то я не могу. Но это того стоило. Видите, мы нашли кучу вещей. Я думаю, что там, к минимум, парочка эпиков есть. Очень неплохо. Давайте глянем, что это за броня. Средние доспехи, то есть, это, возможно, оденет наш маг потенциально. Потому что, как вы помните, я ему прокачаю навык. Вообще надеюсь, что он оденет эпик. Для начала этот, а там и другие. Противника просто уже штабелями нам дают. Чтобы мало не казалось, как говорится. Я думаю, что не будем рисковать. Над ним он поставится под нас самим. Ого. Серьезно, заявочка. На самом деле можем убить двоих этим героем, я думаю. Да ладно, не убили, серьезно. Я был уверен, что убиваем. Так, отличный дэмэдж проходит уже, конечно, очень хороший. У наших противников сзади нету. Это самое важное. Так. Так, ну, на самом деле здесь
битвы стали уже достаточно понятные, потому что у нас, в принципе, все лучшие скиллы уже прокачаны, постоянно используются. Поэтому особых-то опций-то нет, по сути. Давай. Давайте, ребята. Так. На что мы боролись? Я не хочу, чтобы он был третий уровень, если честно. О, золотой ключик, кстати говоря. На выходе сможем открыть, посмотреть. Может быть, там квест. Может быть, нет. Это очень сложный проход. К сожалению, не получается его открыть. И каких-либо опций-то и нету, как это решить. Ладно, идем дальше. Мы вернулись на вход, то есть получается, что здесь осталось место неизведанное, но, к сожалению, нам нет возможности пройти дальше. Хотя странно, у нас скиллы, в принципе, прокачаны более-менее. Как же так-то, не понимаю. Давайте пойдем сюда. Так. Даже телепорт куда-то есть. Так, есть вот телепорт куда-то еще. Вход еще одна головоломочка. Так. Это я прошел, получается? Ну, судя по всему, мы нашли это солидную вещь достаточно. Так. А что за этой дверью, интересно? Мы еще здесь не были. О, вот еще какой-то проход. Интересное место, конечно, очень. Необычное, по крайней мере. Отсюда куда, интересно? А вот куда мы прошли, судя по всему. Да, это похоже на уже финальный путь. Да, это точно уже мы на месте. Прибыли, как говорится. Какая-то ловушка, которую мы видим где-то. Вот, да. Это по части, по-моему, вот этого героя. Нет. 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 Да. Уф. На самом деле у нас много вещей уже очень. Надо выкидывать самые дешевые. Так. Все забрали. Давайте отдохнем, потому что все уже устали, уставшие, побитые. Причем, оказывается, похоже на этот, на Fall of the Dungeon Guardians, там таких много было. Парнишка, подеремся. Так, с этим справились. Так.
Скинки, конечно, легкие уже, реально легкие. Я думаю, что уже можно заканчивать игру. Переходить к патчу, о котором мы обсуждали вот с FromJF недавно. Должен быть очень хорошая патч к этой игре. Точнее, не патч, а аддон. Очень интересно пробовать. Давайте, ребята, я готов. Yes. За что мы боролись? За бочку. Ладно, бочка тоже неплохая. Ух ты, какие-то вещи лежат. А я понял, снова переполнена сумка. Тяжкое, все хорошее. Ого! Что такое дорогое на самом деле? На фоне всего остального. Так, что еще здесь есть? Призрака просто куча, смотрю. Идти всюду. Да, это, конечно, неприятная ситуация. Сколько их? Надо убегать. Просто-напросто убегать. Живите. Не получается. Пытаемся пройти. Надо, кстати, просто выбраться. Они нас не успеют догнать просто-напросто. Станем выгодно для нас вместе, и там уже победим запросто. Сейчас раз. Да, им ранжа не хватит просто-напросто. Так. Так. Так, прячемся сразу же. Отличненько, теперь можно и подраться. Давайте, ребята, подходите. Посмотрим, кто тут самый сильный. Так. Надо было, на самом деле, использовать этот... Давайте, призраки, покажите нам, что способно. Еще недавно мы вообще не могли их убить. Теперь вообще запросто справляемся. А где остальные? А вот они. Целая очередь выстрелы, смотрим. Эх, ладно, самое время. Ну давай же уже, призрак, побеждайся. Наконец-то. Так, мне кажется, это отхил вот это стоит. Да, это отхил. Надеюсь. Это было усвоение какое-то. На удачу. Что здесь? Они к концу игры начали. Ну, я не знаю, может, не конец игры, конечно. Они начали очень много давать их бочек на резисты. Конечно, неплохой бонус, скажу так, но я бы не сказал, что это хорошие очень такие уж бонусы. Ну, неплохо, в принципе, плюс не резиста какого-то. Приятно, но... Так, это мы куда-то выйдем, походу, в закрытую локацию, которая поначалу была закрыта для нас. Давайте посмотрим. Ну, это явно проход дальше.
Ой-ой-ой. Это, конечно, это опасная ситуация. Накинем урону. Это немножко поможет ситуации. Если будем пить банку. Здесь нахилимся просто-напросто сейчас. Так, ну здесь они потихонечку сгорают. Сгорают. Давайте накинем эту ауру и будем пытаться бить. Отлично, один сжегся. Уже неплохо. Давайте этих бить сразу же, потому что они создают реальную угрозу. Очень даже опасны. Блин, сколько их там? 6. Это, по-моему, по всем вообще. По всем окружающим врагам. Здесь можно дожечь их двоих. Добить. Добить. Ударить разок. Все, мы справились на самом деле. Это самое важное было, да. Мидгейм пережить в этой драке, потому что, как видите, очень плотно. Реально очень плотно. Хотя, вы знаете, на самом деле с таким подходом-то все еще может произойти не очень хорошо для нас. Очень даже нехорошо. Так, двоих минус 0. Кого еще можно? В принципе, этого можно ударить. Давайте этих жечь. Заморозку по всем. Добиваем. Добиваем. И бьем. Так, я думаю, массовый хил сейчас самый раз будет. И можем заканчивать. Ес. Всех победили. Это было на самом деле непросто, потому что противники все-таки не самые слабые попались. В большом количестве еще. Страшно представить, если сюда попало намного раньше. Вообще без шансов было бы. Сколько вещей-то? Ого, посох служителя-то какой. Это очень хорошие вещи подаются. Ну, по цене, по крайней мере. В фоне того хлама, который я выкидываю, который стоит в разы дешевле. Так, давайте выкинем такие сапоги, которые... Может, сюда? Забираем и давайте разберемся. А, я понял, это пишет... Понятно, когда оно лежит на земле, оно пишет цену, которая... Эх, все понятно, это хаумовые вещи на самом деле. Что они... Не очень правильная информация подается. Не всем корректно, скажем так. Так, давайте отопимся манкой немножко. Что здесь в конце интересно будет? Миланта, вам стоило уйти, пока была возможность. Ты лгунья и убийца, Миланта. Настал твой конец, настал конец твоей власти. Воу. Вы потрясаете восстановленным клоном. Увидев его, Миланта вдруг морщится от боли. Клон! Вы соединили обе половинки клона. У вас на глазах происходит страшное преображение. Некогда прекрасная женщина вдруг начинает стареть. Ее кожа становится сухой, бледной, словно старый пергамент, а голос превращается в хриплое карканье. Волос мой навсегда останется моим. Я проглочу ваши души. Воу, полегче. Серьезный демаш на самом деле. Очень серьезный. Ну, впитывает урон она тоже неплохо на самом деле. Так что сейчас главное просто всех поднять, пережить несколько ходов, а дальше пойдет процесс. Ух, да, конечно, с таким подходом непросто. Очень непросто. Так. Сколько? 150 жизней достаточно выпить. Пробуем. Блин, не справляемся на самом деле.
Надо было пить, получается, резисты первоначально и бахаться перед битвой. Ладно, сейчас переиграем. Может, напросто. Так, ребята, я бафнул все, что можно было бафнуть. Я думаю, так мы справимся. Отлично. Я думаю, что выгоднее будет выйти, чтобы она к нам сама подходила. Да, вот просто и спрячемся. Выиграли время немножко. Быстренько отхиляемся все. И сейчас будем принимать бой. Так, что у нас спау? Вот это спау, спау, вот это спау дело. И это, в принципе, можно обновить. Я думаю, что будем варить с пальчиками сильными сразу же. Так, все еще у нас есть неплохая защита. Да, в ближнем бою, конечно, ее победить можно. Видите? Ей! Получили реликвии какие-то. Надеюсь, мы их получили, а не уронили. А судя по всему, мы их именно уронили. Взяли? Солнечная рукавица, неопознанная реликвия. Реликвия и солнечная рукавица. Отлично. Это просто очень хорошо. Увеличивая здоровье, давайте этому выпьем две банки. И можно отдохнуть. Что еще здесь есть, интересно? Думал точно, что еще пропустили. Ну, судя по всему, здесь больше ничего нету. Сейчас проверю, если что-то еще интересное в данже есть, я покажу. Если нет, то уже появимся в городе. А вот, смотрите. У вас получилось. Грядя снята, и жители волоса свободны. Наконец-то. Спасибо вам, герои. Родос. Я помню твое имя, Кассия. Прости меня, это я во всем виноват. Я был слаб. Тише, любовь моя. Пришла пора вернуться к Аске. Я буду молиться, чтобы встретить тебя в следующей жизни. Прощайте, герои. И спасибо вам. Призраки обнимаются и растворяются в лунном свете. Кулон в ваших руках изменяется. Да, на самом деле это очень трогательно. А мы отправляемся дальше проверять все загулки этого данжа. В ходе путешествия я обнаружил еще один обелиск. И на самом деле, мне кажется, что мы нашли уже сокровище. Осталось его проверить. Давайте проверим. Так, ребят, ответственный момент, потому что настало время опознать все эти вещи. Эпическая шапочка. И эпический кулон. Прикольно, на самом деле. Все остальное синее. Ну что ж, настало время разгадать тайну обелисков. Давайте двигаться. 9 шагов вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Влево 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 3 шага вправо. 1, 2, 3. Еще один справа. И вот он. Ей. По-моему, это двуручной меч, который я не смогу одеть. Доспехи вампира. Ух, вампиризм. Это круто. Это реально круто. Что мы еще прокачали? Давайте глянем. Шапку. Тайное искусство позволяет прокачать. А здесь удачу. А, ну, что касается удачи, то, в принципе, на самом деле, наверное, можно и этому бойцу оставить, в принципе. Шанс крита 28%, а так 27%. То есть удача действует, значит можно брать. Можно реально брать. А, что ж, давайте последнее, что опознаем меч, чтобы понимать. Ну это двуручной меч, сразу видно, крутой, но нам некому его одеть просто-напросто, скорее всего. Конечно, очень хотелось пробовать повязать, но, блин, очень даже обидно.
Мне обидно, что паладин, который по дефолту должен вроде как ходить с двуручным оружием, не может его одеть. Огненный язык дракона. Одноручная! Одноручная. Да это же значит, что у нас наш боец оденет его. Да, супер. Так, ребят, я надеюсь, вам было интересно. В следующем выпуске мы посмотрим, что такое огненный язык дракона, как он работает, сколько сильно он коцает и все такое. Надеюсь, вам интересно. И спасибо всем, кто смотрел. Я жду вас в следующем выпуске. Всем пока.